Я приглашаю, опять-таки, под ваши бурные аплодисменты ребят, которые прошли летнюю творческую школу, номинация «Саксофон». На сцене Владислав Вальс. Свидетельство участника летней творческой школы «Вверх» по ступеням мастерства по направлению исполнительское мастерство саксофон вручаем Чеботарь Татьяне, Хигай Владиславу, Склемину Захару, Латоновой Екатерине, Пак Никите, Недошивкину Борису, Мальцевой Полине, Лемчуку Даниилу, Калчеву Даниилу, Илюхину Вадиму, Игонькину Архипу, Еремееву Максиму, Дзюба Кириллу, Горковченко Герману, Яровенко Валерии, удостоверение о повышении квалификации в рамках мастер-класса ассистентом мастера Орловой Марии. Лопатину Алексею. Рогозина Екатерине, Владислав Валерьевич, пожалуйста, в центр для общего фото. Ребята, а вы поближе?